Действительно. Трасса, на мой взгляд, великолепна. Как вас сзади много-то? Побережно. А когда все ее полюбят, можно отраженную включить? Нет. После этого все полюбят того, кто ее включил. Выключает запись, я все равно никого не вижу. Нет, не выключай пока. Обгоны, скорее всего, скоро будут. Поскольку ты идешь первый, у тебя невыгодное положение для торможения. А, да, едет никто не в жопу. Да ты просто будешь тормозить раньше, чем надо. Или ты не такой? Сейчас он нам будет доказывать, что он не будет тормозить вообще, да? Сойдет? Да, вполне. Да. Кстати, тут можно и совсем не тормозить, наверное. Да, я знаю. Не получится. Получится, у меня я вообще не тормозил. Охренеть! Я в этом повороте впилился. Внутри. Чем не в эту штуку, а до нее в домик. Дмитрий, ты уже во что-то хотел влететь? Извини. Валер, ну конечно. Это я сделал? Я не знаю. По-моему, я сам. Ты покажешь реплей потом? Я сам. Ты покажешь реплей? А ты меня касался? Я не знаю, я не понял. Я нервничал и кричал. Ты покажешь реплей? Скажешь? Покажу. Потому что я там шел очень нагло. Я шел на дикой скорости, я казалось, что ты не пролезешь между мной и стеной. Но я и не пролез. Нет, то проблема была в том, что ты не пролез. Стена пролезла в меня, в кузов ко мне пролезла. Посмотри реплей, ладно? Хорошо. Руку дай тебе толкал. Полиса воспаление совести? Там, я думал, что пройду, я думал, что он будет быстрее, а он оказался слишком медленным. И мы с ним поравнялись, но при этом я шел на большой скорости, и меня выносило. А там был тот поезд, выступ большой. Вот, и может быть я виноват в том, что он не смог вырулиться и въехал в выступ. Если ты его не касался, то вина на нем. Я не знаю, я же говорю. Это вас покажет реплей. Я больше кричал, чем... Он неправильно строил обгон. Я больше... Кто-то хочет подарить мне третье место? А? Кто-то хочет подарить мне третье место? Тебе никто ничего не подарит. Ну, мое второе же кому-то отдали. Мы тогда еще не знали всей твоей сущности. Нет, я с радостью дисквалифицируюсь, но я... Нет, ты меня не касался, я так... Я не ради этого говорю. Так, дорог, хватит. Слыбы. Эй, что за запчасти на дороге лежат? А, просто потому, что я волнуюсь, что из-за меня, может быть, Валерий гонку проиграл. Ты что, ты никогда не хотел сделать что-нибудь плохое Валериксу? Хотел, но не в таком масштабе. Что, еще хочешь? Блин, Борис. Не спеши меня так! Осторожно, машина на дороге, объезжай справа. Есть. Борис, я со спеху уехал во все, что только мог. Что случилось-то, я не понял. Насчет не в таком масштабе. Слишком маленький масштаб, да? Надо побольше. Да. Наоборот. Там сильной кислоты в фотоаппарат налить. Хотя в этот фотоаппарат уже бесполезно, он так уже сломан. Эй. Да, я знаю, я сама корректность. Я к тебе его завтра приду чинить, между прочим. И вылетела голову серную кислоту из него. Это не мой день. Завтрашний-то? Да, завтра ты мне будешь говорить, а почему, собственно, мотор автофокуса не работает. У тебя есть инфракрасная камера? А, у нас есть трекер. Я его тебе, кажется, отдал, да? Нет, он у тебя. Точно? Я тебе его точно обратно отдавал. Потому что сказал, отдай мне его обратно, он мне очень нужен. Ты его куда-то запихнул, и все, интересно. Да, я, между прочим, даже погамал с ним. Ну, когда мы там летим. Вот, с помощью трекера мы можем определить работоспособность светодиода.
Mm-hmm. Вот этот самый коварный был Кустев, который вы сейчас резали. Меня больше всего волнует то, что там может сгореть микросхема квадратурных циклов контроля, который все это идет. Потому что она какое-то время включалась с неправильными подключениями. А у нее просто входы неприкрытые. А почему же все меня тормозят? Ой, нет, не тормозят. Ну, у меня ноль повреждений, я пишу.